Легендарные влучата, с вами я, Бабка Шу, и сегодня мы с вами находимся в Роблоксе, ребятки. Сегодня мы с вами получаем бесплатные вещи. Сегодня я научилась получать бесплатные вещи в Роблоксе, ребята. Расскажу, каким образом, какие есть способы. Ну и, конечно же, посмотрим некоторые сливы наших вещей. Актуальные, не знаю, короче, на когда они актуальны. Ну, собственно, сегодня, ребята, видеоролик по вещам в Роблоксе. Но перед тем, как посмотреть на наши промокоды Роблокс, на наши рабочие вещи, которые все еще есть в нашем Роблоксе, обязательно поставьте лайк на этот видеоролик и подпишитесь на канал. Потому что именно это является двигателем прогресса, и именно это мотивирует меня на съемку новых видеороликов специально для вас, мои любимые подписчики. Ну а мы с вами начинаем наш видеоролик, погнали! Я нахожусь абсолютно на чистом новом аккаунте, на котором еще ни разу не снимала видеоролики. То есть сегодня, ребята, я покажу вам все эти коды в действии, и мы с вами, можно сказать, немного подредактируем себе наши топовые скины без робоксов. Можно назвать это этим, но это не такой видеоролик, мы с вами просто сегодня получим большое количество вещей. Все, ребята, давайте начинать наш видеоролик. Погнали! Итак, ребята, как вы понимаете, мы начинаем с вами с промокодов в Роблоксе, потому что это самый актуальный способ получения наших вещей, самый лучший и причем самый быстрый, ребята. Плюс мы с вами знаем промокоды, поэтому проблем с этим, я думаю, не возникнет. Мы прямо сейчас с вами нажимаем на эту шестереночку, нажимаем на кнопку Help для того, чтобы нас перебросило на специальную страницу введения наших промокодов. Ну, чтобы как раз-таки посмотреть наши Роблокс промокоды 2021 года, ребята, которые сейчас являются актуальными на данный момент. Теперь, ребята, листаем в самый низ, и здесь есть вот такая вот штука Hide I Redeem промокод. Как я могу ввести промокод на русском языке? Нажимаем вот сюда и смотрим, что у нас здесь выходит, ребята. Вот такая вот страница. Как я могу ввести промокод? Как я могу ввести промокод на виртуальную вещь? Зайдите сюда. Вот здесь, ребята, есть такая вот ссылка, горит синим цветом. Нажимаете и переходите непосредственно на нашу страницу введения наших промокодов. Ну, собственно, начинаем вводить наши промокоды, ребята. Первый наш код на сегодня — это RehappyCat 2021, ребята. Насколько вы знаете, этот промокод необходимый для получения вещи, а какой вы сейчас узнаете, ребята. Это у нас шляпа в виде кота, из которой мы уже создавали топ-скин без робуксов, и получился он, ребята, реально классным. Поэтому, если вы хотите увидеть, обязательно ставьте лайки. Мы с вами нажимаем на кнопку Redeem, смотрим, и что, инвалид промокод, может быть, я что-то ввела неправильно, потому что не может быть такого, что этот промокод уже просрочился, типа, ну, как так? Как так-то? Рехэпик, это не, вроде бы все правильно ввела, что-то как-то странно. Может быть, и вправду просрочился. Странно, ребята, странно это все дело. Ну, ладно, допустим, мы с вами подумаем, что он реально просрочился. В таком случае, давайте мы прямо сейчас с вами введем наш следующий промокод, ребята. Да, скорее всего, вещи у нас убрали, но, в общем-то, все ясно, короче. Скоро у нас появятся новые вещи, поэтому в целом расстраиваться не стоит. Давайте вводить наш следующий промокод, ребята. И это промокод под названием Tweet Roblox и Spider Cola. Давайте введем сначала промокод под названием Spider Cola. Очень странно то, что убрали тот код, сожалеем, но что с тебя сделаешь. Нажимаем на кнопочку Redeem, промокод Successfully Redeemed, и получаем нашу следующую вещицу. Теперь, ребята, промокод под названием Spider Cola. Вот, ее мы с вами тоже вводим. Нажимаем на кнопку Redeem и тоже... А, потому что сейчас его только ввели. Tweet Roblox. Вот, Tweet Roblox. Вводим этот самый промокод, нажимаем на кнопочку Redeem, и тем самым получаем еще одну вещь в нашу копилку бесплатных вещей. Так, ребятки, смотрите, здесь на горизонте вижу какой-то ивент Z8TH Annual Bloxys, и здесь через 2 дня можно будет получить некоторые вещи абсолютно бесплатно. Поэтому дерзайте, скорее всего, сейчас, когда вы смотрите этот видеоролик, уже вы можете получить, собственно, эту вещь абсолютно бесплатно, потому что я снимаю заранее и очень скоро уезжаю по своим делам, но целых 15 дней. Поэтому в целом видеоролики будут выходить вот в таком вот формате, уже заранее отснятые. А прямо сейчас мы с вами непосредственно здесь в поиске пишем следующее, ребята. Нам с вами понадобится очень один прикольный челлендж, ребята, который называется Island of Move, и в нем мы сможем с вами получить абсолютно бесплатные вещи в Роблоксе. Island of Move пишите здесь, заходите в раздел под названием «Игры», и, собственно, самая первая игра Build It Play The Island of Move. 130 человек сейчас играет в нее онлайн. Всегда здесь онлайн довольно большой, поэтому залетаем и смотрим на наши вещи. Итак, ребята, вот мы с вами находимся в нашем как раз ивенте, в котором мы только что зашли с вами. Что вы думаете, мы сейчас с вами будем делать? Ребятки, пробегайте вперед, и здесь кое-что нужно как раз таки вот сюда вот подходите, да, подходите, вот сюда вот подходите. И здесь нажимайте на кнопку Play It, ребята. Нажимайте на кнопку Click to Interact, и мы начинаем с вами вводить коды, если нажмем на кнопку Redeem Codes. Вот сюда нужно их вводить, и сейчас я про все их расскажу. Итак, ребята, начинаем вводить наши коды прямо вот сюда вот. Нажимаем на кнопочку, ну вот здесь вот получается, видите, Redeem Codes написано. Так, все, начинаем вводить наши промокоды, ребята. Первый наш промокод, начнем с самых новых, это промокод World Olive. Можете писать как большими буквами, так и маленькими. Но чтобы вам было виднее, я пишу большими буквами. Следующий наш промокод, ребята, это промокод под названием DIY. Ребята, вот 2 бейджа мы уже с вами как минимум получили и ввели 2 наших кода. Как вы думаете, сколько кодов осталось еще, ребята? Их осталось еще 4, это супер круто. И прямо сейчас мы
продолжаем их с вами вводить. Следующий, ребятки, наш промокод, это промокод под названием Setting the Stage. Очень длинный промокод, очень сложно его вводить, но это того стоит. Мы нажимаем с вами на кнопочку Enter, Successfully Redeemed. Следующий код под названием Strike a Pose. Мы его тоже с вами вводим и вот на эту кнопочку нажимаем. Отлично, ребята, итого мы с вами ввели уже как минимум 4 наших промокода из 6. Осталось всего лишь 2 промокода, и это, ребята, коды под названием Get Moving, вот такой вот кодик, и еще один код под названием, а вот какой, я не помню, Victory Lab, по-моему, если я не ошибаюсь. Ну и если вам этого всего не хватает, и вы получили 6 вещей, но все еще не рады тому, что сюда зашли, и вы можете нажать на этого робота, нажать на кнопочку «Играть», «Next», «Got it», и нажимайте на эту вот штучку. Ну, короче говоря, вам здесь нужно бегать, и тем самым повышая свой уровень, короче, и не знаю, зачем это вообще надо, но, короче, просто по приколу бегаете по кругу и прокачиваете свой уровень. Можете посоревноваться с другом, кто больше за день накликает. Ну, если прям супер быстрыми быть, то можно накликивать вот таким вот образом, плюс еще подключить вторую мышку и делать это двумя мышками одновременно, и будет что-то примерно вот такое. Как вам вообще моя скорость? Ребят, бегу! Вообще не могу остановиться. Ладно, не будем так делать, не будем ломать лишний раз мою мышку. Все, ребята, тогда идем с вами к следующему нашему способу. Раз здесь мы все наши вещи получили, есть еще куча способов получения наших вещей. Поэтому погнали. Итак, ребята, давайте продолжать как раз-таки, в общем-то, поиск наших бесплатных вещей. Заходите прямо сейчас во вкладку под названием «Аватар Шоп», который поможет нам для того, чтобы получить еще немножечко себе бесплатных вещей. Что же вы спросите делать дальше, ребятки? Смотрите, заходите вот непосредственно вот сюда, вот в магазин. Теперь, ребята, здесь нужно поставить все категории вот справа, All Categories нажать, потом пролистать вниз и здесь, ребята, поставить цену бесплатную, фри, ребята. Ну и, собственно, теперь забирать все эти вещи, которые есть у нас бесплатно. Как минимум, сейчас мы можем получить эту шляпу, ребята, Royal Blood Beanie. Ее желательно забрать, вот такая вот прикольная, абсолютно бесплатная шляпка в Роблоксе, которую вы можете себе нацепить на голову. А ну-ка, давайте попробуем. Нажимаем на кнопку Try On и смотрим, как она выглядит. Да, ну не супер, конечно, но я думаю, что мы найдем, куда ее применить, короче. И вот эти все прикольные вещи вы можете забрать себе непосредственно в инвентарь. Здесь Fun Hand Scene, Why Don't We, например, Happy New Year Oxy, здесь вот Old Tonka, Boy Hat, Lil Nas X Experience, ребят. Тут огромное количество бесплатных вещей, которые вы можете себе забрать и после чего сделать себе крутой скин вот в этом вот месте аватара Дита, ребята. Смотрите, короче говоря, у нас теперь есть небольшое количество вещей, которые мы получили с ивентов. Мы их все с вами просто нацепим для того, чтобы глянуть, что у нас вообще есть. Ну и, конечно же, о, ну прикольно. Смотрите, вот такой набор вещей мы получили абсолютно бесплатно. Плюс у нас есть еще и портфель под названием Builder Plate Backpack. И вот такой вот прикольный компаньон, которого тоже можно надеть себе на плечо, если он вам как раз таки нравится. Ну, что скажете, прикольно, по-моему, если не ошибаюсь. Ну, кстати, по-моему, здесь шляпа, вот эта кепка, ну, типа, не подходит. Хотя, можно оставить, пускай будет. Теперь, ребята, заходим в следующий наш челлендж, где можем специально, бесплатно, абсолютно забрать наши вещи. Он называется Roblox Creator Challenge, и сейчас я расскажу вам немножечко про него. Roblox Creator Challenge. Пишите вот здесь вот в поиске, и сейчас вам покажу, как отсюда забрать вещи. Заходите непосредственно во вкладочку Games, и вот она, Roblox Creator Challenge. Их целых 4 карты, со всех 4 можно получить бесплатные вещи. Но сегодня хочу вам показать самый первый челлендж, забрать вещи с него, ну и посмотреть, что мы получим. Прикол, ребятки, что я поняла, походу эту шляпу еще никто нифига не забрал. То есть я зашла на сервер, и у меня здесь у одной только такая вот прикольная шляпа. Ребята, короче, смотрите, вы спавнитесь вот в этом вот месте, а теперь вам нужно выбрать варианты, либо пойти направо и поиграть в игру, либо пойти налево и выиграть призы. Я выбираю, пожалуй, выиграть призы, нажимаю на кнопку Click to Interact, и теперь у меня вылазит вот такая вот штукенца. До того, как взять челлендж, постройте свой, короче, корабль, но это нам не интересно, поэтому мы начинаем с вами наш челлендж. Как видите, разблокирован только наш самый первый урок, написано Main Lessons, главные уроки. Заходим в наш первый урок, как, короче, вашу камеру приблизить и, ну, короче, ребят, не будем это переводить, просто нажимайте абсолютно на любое место. То, что вам нравится, на то и нажимайте. В этом случае True, здесь выбираем, допустим, Space Yeah, и вот здесь выбираем, допустим, Hold the Left, о, так, здесь неправильно, допустим, All of the Above, все из вышеперечисленного. Ну и легко вот таким вот образом, методом подбора, получаем наш первый урок. Вновь заходим сюда, и у нас уже, ребята, открывается наш второй урок. Берем и наш второй урок, и начинаем его тоже проходить. Ставим здесь, допустим, ребята, true, но это не подходит. Здесь ставим, допустим, workspace, тоже не подходит. Здесь пускай тоже true будет, тоже неправильно. Здесь будет false, правильно, ребята. Здесь ставим view, здесь ставим d, допустим, нет, неправильно. Тогда ctrl-shift-d, тоже неправильно. Somewhere in the garage, неправильно. Все и выше перечислено, правильно. И тем самым мы, ребята, проходим с вами второй челлендж и переходим к нашему третьему челленджу, а вот и он. Customize and share. Кастомизация и отправка. Вот, ребят, заходим в наш третий челлендж. Здесь тоже нужно выбрать непосредственно что-нибудь из этих 4 вариантов. Допустим, выберем Speed Controls.
неправильно. Series. Давайте placeholder for information. Отлично. Здесь выберем speed controls. Здесь, допустим, free бесплатно. Здесь max speed, максимальная скорость. Неправильно. Hold code. Правильно. И здесь low оставите. И все, по идее, все должно быть правильно. Отлично. Четвертый или третий челлендж мы с вами прошли. И переходим непосредственно к бонусным урокам, за которые получаем довольно крутые вещи. Принцип здесь самый главный какой? Здесь, ребят, не нужно знать абсолютно ничего. То есть вы просто делаете наобум и причем делаете все это дело правильно. Допустим, вы ошибаетесь, но ничего страшного. Продолжайте в том же духе. Можете ошибиться еще раз, но ничего не будет страшного. И вот я уже не ошиблась 3 раза подряд и получаю вот такую прикольную вещичку. Мы идем с вами дальше. Нажимаем на кнопку Click to Interact. Нажимаем на циферку 5. И здесь тоже выбираем вариант, допустим, False. Здесь False. Здесь, ребята, All of the Above. И непосредственно 5-й челлендж тоже проходим. Ну и, собственно, остается наш самый последний челлендж. Дизайн нашего мира. Нажимаем сюда. Нажимаем на кнопку True. Допустим, здесь на кнопку Add. Допустим, нет, неправильно. Environment. Неправильно. Color. Тоже неправильно. Paint. Ну-ка, смотрим, ребята. Paint. Правильно. И Terrain Colors, допустим. Отлично, ребята. И получаем нашу последнюю вещь из нашего списка. Все вещи отсюда мы забрали. Точно таким же способом проходим наши 3 оставшиеся карты и получаем все абсолютно оставшиеся бесплатные вещи, ребятки. Ну и вручь это. Всем спасибо за просмотр. С вами была Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Легендарные внучата. С вами была Бабка Шоу. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем пока. Короче, поставьте обязательно лайк, потому что это главный мотиватор для съемки видеороликов для вас. Все, ребята, всем пока.